На территории бывшей танцплощадки «Ивушка» в Артиллерийской бухте появится зеленый газон. Об этом нашему телеканалу сообщил начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Романенко. Он отметил, что в рамках конкурса на разработку концепции освоения территории «Ивушки» и прилегающего сквера было предложено 5 вариантов. Руководитель также добавил, что будет составлено техническое задание на благоустройство этой территории, в котором, возможно, будут отражены все предложенные концепции. До того момента, пока будет произведена проектная документация, будут проведены строительно-монтажные работы по реконструкции данной территории, мы решили привести эту территорию в порядок. Соответственно, насыпали земли, плодородный слой, который у нас лежит на хранении для озеленения территории города, и в него будет высажена газонная трава. Евгений Романенко отметил, что до конца этого месяца газон будет посажен. По его словам, это на время поможет привести территорию в центре города в порядок. Напомним, судьба бывшей танцевальной площадки «Ивушка» решается с 2014 года. В этом году Управление благоустройства Департамента городского хозяйства правительства Севастополя объявило открытый конкурс на разработку концепции благоустройства территории Артбухты. Предполагалось, что концепция победителя, которого должны были определить в конце мая, ляжет в основу будущего проекта организации этой территории. Однако пока победитель не назван.